Читаем добротолюбие. Если хочешь стать сосудом избранным, то преуспевай в покорности своему наставнику о Господе и смиренно-мудрии. Жизнь святых стала светлою, быв возвеличена послушанием. Иисус Навин за совершенную покорность Моисею удостоился дара быть преемником ему. Самуил, находясь в послушании у священника Илия, сподобился слышать глас Божий. Елисей за покорность получил сугубую благодать своего учителя. Сам Бог, Слово, вочеловечившись, проводил жизнь в смирении и повиновении, как говорит евангелист, «Ибе повинуяся им». Апостол же сказал еще: «Смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Начал ты добрым изволением, стой же твердо, чтоб Господь возвеличил тебя с кроткими и смиренными в Царстве Небесном». Преподобный Ефрем Сирин.